Дорогие друзья, нахожусь на Донбассе, не знаю, сколько сейчас памяти, хватит уже град, снег пошел, приехала, была волшебная погода. Главное не опоздать, не спуститься. Я уже тут и пофоталась везде. Сейчас туман пошел, но была отличная обзорка. Ну, пока на экшен все снимала. Сейчас он сел, уже попозже вам сделал. Сейчас идет град такой волшебный, очень красивый. Смотри, здесь это. Восхитительно. Не хватает. Я вот туда даже спускалась. Но попозже, когда все обработаю, уже и с экшена скину. Ну, пока делаю на телефон, чтобы, как говорится, самые первые, так сказать, съемки. Но сейчас уже подзатянула. Я снимала, было прям вообще, друзья, уникально, очень красиво. Я уже, честно говоря, опаздываю. Надеюсь, без меня автобус не уедет. Я уже без обеда, без завтрака, без ужина осталась. Но для меня, конечно, самое важное — вот эти восхитительные горы Донбай, волшебство Шамбала, медитация. Здесь действительно есть что посмотреть.